очень рады, что вы остались. И мы хотим сегодня начать встречу немножко необычно. Давайте еще раз поаплодируем за такой замечательный концерт. Мы благодарны нашим гостям. Как у вас еще силы остались сюда на руку? Спасибо. И так как у всех очень много эмоций, все переполняют эмоции, я хотела опять же необычно начать. Я сразу хотела бы предоставить слово вам. Вот уже девушка хочет спросить. Нас вместе – это сложный вопрос. Ну, у нас пока только в планах сейчас будет. Если вдруг какие-то планы будут, я буду выкладывать. То есть, если договорятся, да, сейчас… Да, вполне возможно, что вместе послушать и не быть. А по отдельности? По отдельности тоже следите за анонсом, я бы так сказал. В Москве, если, то 4 числа большой проект консерватории. Я играю на концерт Шопена с великой посетителем как раз. У меня тоже в сентябре планируется концерт в Зайчиках. Вы сегодня игнорируете микрофоны. Да. Я просто голос поставлю. Вокаль. Ведь слышно же, правда? Если поднять тональность. И слышно, и видно. Это мы глухие. Спасибо. Раз. Спасибо большое. Я хочу сказать, что невероятно понравилось. Если бы вы вместе в Москве выступили, я бы всем знакомым рассказала. Спасибо большое. Спасибо. Хотелось бы сюда приехать вновь, я бы сказал, потому что прекрасная публика и оркестр замечательный, очень откликался на все мои просьбы, это дорого стоит, и они, мне кажется, выложили себя по полной программе, не жалея себя, молодцы. Браво, оркестр! Я так поняла, что сегодня как бы завершающий этап Рахманиновского такого марафона или нет? Ну, не совсем завершающий, потому что Рахманинов звучал, у нас были, конечно, три основных концерта Рахманиновского фестиваля. Это Рахманинов юность, Рахманинов зрелость и сегодня вот Рахманинов эмиграция. Таких три основных концерта. Но, тем не менее, был еще и концерт «Верить в себя», была еще подконцертная постановка оперы «Олега». И сегодня тоже не последний концерт, потому что, да, и у нас еще, кстати, был 1 апреля концерт Российский национальный оркестр и в зале органной музыки тоже исполнялись вокальные и фортепианные произведения. И закрытие сезона будет посвящено тоже исполняться 4-й концерт Рахманинова для фортепиано с оркестром. Вообще мы постарались исполнить все симфонии, все концерты, все его, ну, насколько возможно, вокальные произведения. То есть Рахманинов, конечно, звучал больше, как никогда, чем обычный год, но он не закончится этим годом, он будет звучать всегда. Эта музыка будет всегда в репертуаре, наверное, не только нашей филармонии, но вообще любой филармонии в России и, я думаю, за рубежом. Еще у нас планируется постановка оперы Франческо да Римини, это будет в ноябре. То есть вот весь юбилейный год мы не устаем повторять 150 лет со дня рождения великого композитора. Выставка, которую вы все видели, которая нам любезно предоставлена Национальным музеем музыки, привезенной из Москвы. И до июня она будет здесь радовать наш глаз и дает нам представление, еще дополнительные какие-то фотографические и вообще
стороны композитора, как человека, как композитора, как общественного деятеля открывает с разных сторон Сергея Рахманинова. Поэтому вот Рахманинов у нас продолжается и никогда не будет последний раз, что называется. Вот. Мы этому очень рады, потому что, наверное, сегодня еще раз все убедились, как красиво эта музыка, как она богата, какая она русская, какая она родная. И сегодня, как никогда, такая музыка, наверное, нам всем нужна для того, чтобы мы вообще постоянно говорили с гордостью, что мы русские. И вот наша выставка тоже называется «Я русский композитор». Поэтому вот, я думаю, такая музыка, она нас всех объединяет и заставляет нас гордиться тем, что мы родились и живем в России. Спасибо. Хотелось бы спросить маэстро, вы, наверное, переиграли все симфонии Рахманинова? Ну, вы знаете, так случилось, что первую я не играл пока. Но все равно получается, что вот это произведение воспринимается как симфония вами. И в чем ее особенность, вот в вашем восприятии? Считается, что это четвертая симфония. Вообще, это «Лебединая песня» Сергея Васильевича. Надо сказать, что все то, что было заложено в нем, есть в этой музыке. И все, чем он был наделен, во-первых, свыше, от Бога, безусловно, вся его любовь к России, к Богу, любовь к русской природе, к своим близким. Здесь все это есть. Но эта музыка настолько всеобъемлющая, что она, ее нельзя объяснить словами, понимаете? Как любая гениальная музыка, нельзя сказать, вот это А вот это Б, понимаете? На то она и гениальная музыка. Здесь безусловно, заложено очень много смыслов симфонических танцев. Это последнее сочинение Рахманинова, написанное на чужбине. Он пережил второй удар, то, что началась Вторая мировая война. Во время первой он эмигрировал из России. И он очень переживал, и у него сердце болело за свою дочь, которая осталась в Париже, а он успел уехать через океан. Переплыть в Америку, когда уже начались, в общем, военные действия. И здесь вот эти силы зла, которые мы слышим в третьей части особенно, да, это, в общем-то, то, что, возможно, он думал, будет после смерти. Понимаете? Вот это чистилище, это борьба злых сил и борьба всего того высокого, что есть в душе человеческой, да, веры в Бога. Ведь известно, что в финале симфонических танцев сатана принимает обличие красоты божественного, понимаете? И вот это соединение, то, что он это написал, это, конечно, не укладывается в голове, честно говоря, не укладывается. Это выдающееся произведение, действительно, это его завещание, на мой взгляд. И последний удар там-тама, жалко, публика не дала послушать его до конца, отзвук, начали аплодировать. Я хотел бы, чтобы этот удар был более длинный, его отзвук там-тама, потому что это считается прыжок в бездну, в общем. Да? И с одной стороны это смерть, а с другой стороны это сочинение, конечно, вершина творчества Рахманинова, просто вершина. И вот согласен с Ириной Борисовной на все 100, если мы говорим о самоидентификации России, русского, да, то вот Рахманинов это есть. Это русский композитор, который
Безусловно, на Западе был сначала известен как пианист, и огромная карьера была пианистическая, конечно. Но уже давно это композитор наряду с Чайковским номер один во всем мире. И дай Бог, чтобы мы исполняли эти симфонии, симфонические танцы, рапсодии на тему Паганини еще долго-долго, всю жизнь. Огромное вам спасибо. Мне захотелось заново вернуться, все отмотать и послушать этот тан-тан-тан. Для того, чтобы его послушать, нужно было чуть хуже сыграть. Потому что публика не могла сдержаться. Это удивительное ощущение, когда слушаешь эту музыку, что личная трагедия, личное предугадывание смерти близкой соединяется с трагедией народа, с трагедией мира. Я давно не слышала такого слияния вот этого личного и всеобщего. Вот сегодня какой-то был апофеоз, правда. Вот. А я хотела спросить Елену Дроздову, тоже у меня вопрос такой. Вы так интересно сыграли бис. Это одно из первых произведений, да? Это раннее его произведение. Да, я его даже звали мистер до диез минор. То есть это традиция была. Его прямо требовали, чтобы он на бис исполнял это произведение. Вы, конечно, рискнули, но это было здорово. Хочу вам сказать комплимент, это было по-своему. Спасибо. Да. Но получилось так, что вы предугадали мой вопрос. Потому что «Рапсодия на тему Паганини» — это последнее, что он написал для пианиста с оркестром, правильно? Да, да, да. А вот эта прелюдия — одна из ранних. Вы, когда играете, вы чувствуете эту разницу? Изменился ли для вас пианистический Рахманинов? Целая жизнь. Да, то есть вы вот просто показали нам тут эти... Но вы как бы играли как ретроспекция, вы так тихо начинали. Но вот для вас вот вопрос. Чувствуется вами, как вы ощущаете эту разницу? Раннего пианистического Рахманинова и Рахманинова вот этой рапсодии? Ну, для меня они, в принципе, довольно сильно похожи. Все равно, в любом случае, я чувствую его внутренний мир. Он уже тогда сформировался очень глубоким пианистом. Он прекрасно уже тогда это дома. Вот. Но у рапсодии есть влияние вообще США. Он уже писал и в Америке. Есть какие-то даже восхищения из голливудских фильмов. Джаз там? Да, джаз, вот какие-то вестерны. Что это все будет потом дальше. Вот. И в то же время там есть и такие очень русские куски в этой рапсодии, но мне кажется, что он не совместил вообще все то, что вот за целую жизнь копил в себе, как композитор. И я вижу общее все равно с этой прелюдией. Общую связь. Да, общую, скорее. Вот вы и запрессовали сегодня у нас. Ну, конечно. И очень хотелось бы удовлетворить любопытство, спросить, какая у вас школа? Я в Москве закончила московскую школу. У кого вы учились? У Тропа Владимира Владимировича, профессора английского. Я закончила Владимира Владимировича уже. Но это было довольно давно. То есть у нас московскую школу представляете? Да. Спасибо. Есть еще вопросы? Со скольки лет начали музицировать? Довольно стандартно все было. Я семья музыкантов, у меня родители пианисты, профессора. И меня начали учить это в районе 5,5 лет, 6. Ну, стандартно все достаточно. Я училась только у своих родителей до поступления в академию. У меня не было ни одного педагога, кроме своих родителей. Потом я училась только у Тропа и больше ни у кого. Как было так получилось. Ну, мы с вами знакомимся, поэтому такие вопросы. Приезжайте к нам. Спасибо. У вас очень хорошая публика. У нас публику надо завоевать. Мы завоевали. Спасибо вам большое. А у меня еще вопрос к маэстро. Есть ли у вас своя тема в творчестве? Мне показалось, что есть. Простите за такую наглость. Я так почитала, что у вас в последнее время наметились премьеры сибирских композиторов, московских молодых композиторов. Это случайность? То есть вы пропагандируете молодежь? Или это у вас какая-то такая миссия появилась? Ну, мне вообще интересно открывать новое, если честно. И я много действительно сыграл произведений, последние 5-6 лет, которые либо не звучат, либо почти не звучали никогда, либо вот мировые премьеры как-то как раз месяц назад в Новосибирске мы исполнили
симфоническую картину Дмитрия Бородаева, например, да, «Русская весна» называется. И Алексея Чернакова, который 12 декабря был здесь, тоже со своей премьерой, а у вас 12 марта был, да? Вот недавно совсем в Новосибирске. Ну, сибирская поэма. Да, да, да. Дело в том, что я открыл Алексея на конкурсе «Другое пространство» в Москве и выбрал, я был жюри этого конкурса, и я выбрал его как победителя. И тогда он написал концертанто для фортепиано с оркестром, сам и играл. Но после этого я ему заказал сибирскую поэму. То есть я ему не заказал сибирскую поэму, я ему сказал произведение для оркестра, где-то я ему сказал минут на 10. Вот, я ему сказал, я хотел бы исполнить его в Томске. И он написал, и мы исполнили в Томске, а в общем, так сказать, у меня мысль была даже симфония, я вам скажу, чтобы он сочинил, но пока вот его руки не дошли. Много гастролировал. Он был здесь, если вы помните, с квартетом Дмитрия Моспана, и у нас в Томске состоялась его премьера 10 на 4. Тоже она никогда не исполнялась, вот так вот интересно получается. И поэтому у меня сложилось впечатление, я так посмотрела, что вы очень хорошо поддерживаете молодые таланты. То есть есть, да, у нас сейчас сибирские... Есть, конечно, молодые композиторы, просто, к сожалению, не все филармонии, директора оркестров поддерживают это направление. Ведь сейчас же главное — это деньги, вы же понимаете. Касса, она определяет все, к сожалению. И я своей миссией всегда считал открытие каких-то либо сочинений, которые лежат под скудом, не играемые, не исполняемые. Так получилось. Это не значит, что они плохие. Да? Я столько сыграл в Новосибирске и произведения советских композиторов, Бориса Чайковского. Вы часто слышите его? Нет. Александра Лакшина. Часто слышите? Нет. Борис Чайковский почаще. Мисковский, симфонии. Разве часто звучат у нас? К сожалению, нет. Хотя это так. А музыка-то гениальная. Одна шестая симфония чувствует. Нет, это же просто вершина. Только шестую исполнила. Ну, да, но у него много всего другого еще. Шибалин, Шапорин. В советское время было очень много прекрасных композиторов. Считается, что поскольку они как бы композиторы второго ряда, значит, это неинтересно. Очень зря, очень зря. Там есть выдающиеся музыка. Но я не говорю уже про композиторов нашего друзей по Советскому Союзу, Евгений Кончели, Арно Пиарко. Тоже выдающаяся музыка. Кстати, я скажу вам, признаюсь, вчера у меня был культурный поход в Омске. Я ходил в художественный музей Нины Рубеля и вижу напротив него потрясающее здание Омского драмтеатра. Зашел туда, а там Халума. Я видел этот фильм давным-давно, но никогда не видел спектакль. Хотя знаю, что там, естественно, используется музыка Гени Кончели, а я очень люблю этого композитора. И я пошел на этот спектакль, получил огромное удовольствие. Так что, видите, как Гени Кончели я исполнил последнюю его симфонию «Эпилог». Мы возили это на симфонический форум в Екатеринбург с Томским оркестром. Грандиозное произведение, грандиозное. А вы первый раз в Омске? Первый раз. Мы будем вас ждать. Вопрос можно? Да, конечно, ждем вас. Маэстро, вам наша омская публика понравилась? Публика просто замечательная. Скажите, а почему бис ни один вы не сделали? Вы знаете, у нас в Омске не принято так. Нет, а мне никто не подсказал. Да. А только в этом дело. Конечно. Если бы кто-то мне сказал, вы знаете, у нас в Омске принято играть бис. Да. Теперь я знаете. Обязательно это сделал. Так что теперь я знаю. Лена сориентировалась. Спасибо. Идем. Спасибо. Очень рада и гостям. Да. Вы так за
замечательно заметили, что рады, когда приходим на концерт, слышать что-то знакомое, а еще больше рады тому, что вот мало и редко исполняется. То есть новые имена, новые произведения. Это очень ценно в концерте. Поэтому мы вам очень рады. Желаем вам творческих успехов. Добро пожаловать еще не раз. Спасибо большое. Можно? Прекрасная публика, прекрасный город. Благодарим. Просто за вашими руками вот не успевали смотреть, как они, как чайки, вот нас рядом. Вот просто молодец, молодец. Спасибо, очень приятно. Мы вас будем ждать, конечно. И очень хотим, чтобы вы нам открывали вот эти имена, которые. Я хотел бы поблагодарить филармонию и Ирину Борисовну, Дмитрия Васильева за приглашение. Всегда мечтал съездить в Омск. И вот моя мечта осуществилась. Надеюсь, что не последний раз. Спасибо вам. Ой, да, завтра похолодание. Сегодня. Вам так повезло. Сибирские горки, -20 сразу.